Здравствуйте, дорогие начинающие практики, продвинутые практики и просто интересующиеся темой магии. Я Александр Гелилах, практикующий маг, преподаю много лет в школе магии Sphinx Vision. Значит, по просьбам учеников и читателей я отвечу на какое-то количество как базовых, так и не базовых вопросов о магии с целью создания терминологии, объяснения и дальнейшего вот удобного диалога со всеми, кому интересна эта тема. Значит, вопрос, который поступил, то есть который как бы иногда задают начинающие, собственно, а зачем занимаются магией? Ну, значит, на эту тему существует какое-то количество ответов разной степени интересности. Значит, более правильным вопросом было бы, зачем начинают заниматься магией и, собственно, почему продолжают. Начинают заниматься магией по самым разным причинам. У кого-то есть некое представление и мечты, то есть желание, сказать, решить простые социальные задачи. Богатство, любовь, отношения, здоровье, безопасность, контроль своего будущего. И, собственно, это разумно, поскольку, несмотря на все существующие методы, то есть аналитическое познание ограничено, как вы не анализируете, что такое, то есть предвидеть будущее, вы так не сможете. Что бы вы ни делали, что в ваших силах, это может быть замечательно, но иногда будет недостаточно, чтобы повлиять на судьбу или на свое здоровье. И, естественно, хочется прибегнуть к помощи других методов. Начинать заниматься магией могут по этой причине, могут и по каким-то другим. Чувствовать призвание, иметь романтические представления. Вот. А вот продолжают заниматься магией уже обычно по другим причинам. Поскольку, начав заниматься магией, многие чувствуют, что это именно то, о чем они всегда мечтали. Жить в волшебном мире, в мире, который чувствуешь и воспринимаешь иначе, в мире, в котором твоя воля способна непосредственно влиять на происходящие события, познавать себя и узнавать новое о мире постоянно, это оказывается настолько прекрасным, что те, кто продолжают заниматься магией, чаще всего делают это по этой причине. Развитие и познание, хотя, конечно, применимость социальная в целях здоровья, решения проблем остается. Да, то есть, итак, еще раз. Заниматься может начать человек по любой причине – развитие, познание, романтика, социальные мечты, бредовые идеи. Продолжить, потому что почувствует в этом эффективность, но по-настоящему углубиться, потому что этот процесс станет столь интересным, что человек почувствует, что не может не заниматься, что все остальное, что ему предоставляет мир, прекрасно, но недостаточно. И именно магия дает ему возможность жить в волшебном, чудесном мире, познавая его и себя. Это, пожалуй, тот честный ответ, который я могу вам дать. Если вам будет интересно узнать больше, что ж, следите за новостями на этом канале. Для этого достаточно на него просто подписаться, задавайте свои вопросы в комментариях, я буду рад на них ответить. Всего волшебного!